Добрый день, мои дорогие зрители. Сегодня мой муж решил приготовить пирог, французский яблочный пирог, а я ему помогаю. Сейчас перечислю ингредиенты, которые нам понадобятся. Мы готовим в большой форме, и для большой формы, вот на такую форму, диаметром 30 сантиметров, я перечислю ингредиенты. А если у вас маленькая форма и хотите приготовить в маленькой форме, то количество ингредиентов разделите пополам. Итак, у нас 4 яйца, 120 граммов сахара, понадобится 60 граммов растопленного масла, 200 миллилитров молока, ванилин, 2 чайные ложки разрыхлителя, 140 граммов муки и щепотка соли. Также понадобится 1 800 г яблок и 1 лимон. Сок лимона, чтобы спрыскать яблоки, чтобы они не потемнели. Яблоки надо очистить от кожуры и нарезать вот на такие тонкие ломтики. Все, теперь взбиваем яйца. Добавляем сахар. Добавляем щепотку соли и ванилин на глаз, ну чуть-чуть. Все, хватит. Эту массу взбиваем хорошо. Добавляем растопленное сливочное масло. Затем добавляем молоко. Добавляем муку, которую я уже предварительно просеяла. Добавляем 2 чайные ложки разрыхлителя. Тесто выливаем на яблоки. И хорошо перемешиваем. Каждое яблоко со всех сторон было смазано тестом. Форму я застелила пергаментом и смазала маслом, в том числе и края формы. Теперь вливаем нашу массу в форму. И равномерно руками распределяем по всей форме. И отправляем в духовку, в предварительно разогретую духовку при температуре 200 градусов примерно на 50-60 минут. Пирог уже готов. Моей духовке понадобился ровно 1 час. Когда остынет, желательно сверху посыпать сахарной пудрой. Готовьте на здоровье!